Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать... Ладно, иди сюда. Ага. И ты тоже можешь сюда подойти. Даровинки булы. Представьтесь, пожалуйста. Я нубик в Майнкрафте. А-ля новая рубрика на канале. Давайте сядь сюда лучше, садись. Ты же будешь играть, я буду играть. Многие меня уже давно просили, мол, Эдисон, ёпты! Покажи свою девушку. Когда будет новый ролик с девушкой? Когда будет стрим с девушкой? Девушка... Не нубик в Майнкрафте, Катя. Катька. Катька, вот Катька. Катька уже приходила ко мне на стримчатке, поэтому ты также можешь приходить на стримы, чтобы посмотреть на меня и на Катьку. А сейчас мы будем учиться играть в Майнкрафте. Как я уже сказал, это экспериментальная рубрика. И что нужно делать, чтобы вышла новая серия вот этой рубрики? Лайкусики, ребятки, если набираем 30 тысяч лайков, я обещаю то, что выйдет следующая серия с Нубиком и Катей в Майнкрафте, поэтому ставьте лайкусики, а сейчас Кэтрин! Вперед, добрый путь. Честно, вот в следующей серии я тебе сделаю твой скин, в данный момент ты будешь играть с моим скином. Хорошо? Что такое скин? Это мой внешний вид, это я. В чем цель жизни, в чем смысл жизни в Майнкрафте, ты знаешь, Катя? Нет. Вспомни детство, вспомни сказки. А, нужно, короче, посушить. Не надо. У тебя цветочки есть, ты можешь цветочки посадить, если хочешь. Детские сказки. В пещере всегда есть дракон, ты пройдешь игру, если ты убьешь дракона. Тут так же. Свинью надо убить. Не свинью, а дракона. Первый инструмент, который тебе нужно скрафтить, ты себе крафтишь их из дерева, поэтому ломай дерево. Не нажимай, просто зажми и держи. Вот. Ну, смотрите, она уже умеет ходить, она уже умеет ломать, она уже умеет... Умеешь прыгать? В смысле? Ты как это сделал? Это дерево сломало. А почему? Потому что это Майнкрафт. Почему у тебя тут голова квадратная? Потому что это Майнкрафт, Кать. Да не листву ломай, ну ты что-то природу портишь, Катя. Сразу и сказал. Иди поднимай, оно валяется на. Вот. Зашибись. Открывай инвентарь, я тебя учил, как это делать. Вот. Ставь вот со второго, да, сюда, вот этот дуб, ставь крафтинг тейбл. И бери досочки. Досочки. Нет, досочки, вот, да. Еще. Все доски забирай, Кать. Вот, нет, туда, вот сюда. Да, и вот сейчас инвентарь. Фу, слава богу. Дай пульт от кондиционера, пожалуйста. Чё-то слишком жарко в этом доме, дурдоме. Вот так, все. Ставь полностью. Это обратно в инвентарь. И бери верстак. Вот это настоящий верстак. Ставь сюда себе в инвентарь. А вот эти доски забирай себе обратно. Сюда или сюда? Вот сюда, в нижний слот. И сейчас можешь их суммировать вот сюда, чтобы они отдельно у тебя не лежали. Браво! Первое задание ты выполнил. Бери. А, все. И ставь на землю. Правой кнопкой. Опа. Сейчас... Ты сразу и сказал. Ну, и сейчас правой кнопкой нажимаю на него. Опа, там у тебя было 4 места для крафтинга, тут у тебя уже 9. Ставь верстак. Прав... Нет, возьми. Нет, подожди, не торопись! Перенеси туда, вверх, верстак, только ничего не нажимай. Сюда? Да. Нет, снизу. Сюда. Да. Нажми. Возьми в руку, держи! Держи в руке, держи! Держишь? Пойди. Держи в руке. Куда? Верстак, вот это, вот смотри, 9 вот этих клеток, вот. 9 вот этих клеток, это верстак, видишь? Вот ты держишь, все. Смотри, ставим. Опа, две палочки так, правой кнопкой. И потом ставим 3 доски сюда. И у тебя есть уже кирка. Меч, одна палочка. И 2 дерева. Меч. Не, ты серьезно думаешь, что я могу это все знать? Я тебе сейчас рассказываю, записывайся. А зачем мне меч? Это можно свинью убить. Можно свинью убить. Где свинья? Видела, где свинья? Можно убить. А ты верстак забыла. Блин. Забери верстак. Если тебе что-то будет не нравиться, ты всегда можешь сказать «Ядрить колоти!» Или «Твою мать!» И вот сейчас сломай верстак. Просто зажми правой кнопкой мы. Катя... Это инвентарь твой. Правой кнопкой мышки. Тьфу! Левой кнопкой мышки, чтобы забрать его. О, там свинья, иди вперед, туда. Вот куда, туда. Вот свинья. Вот. Давай, в атаку, Катя, в атаку! Беги, только возьми. Первый слот, меч возьми. Что такое первый? Вот это слот, это слоты. Первый слот. Давай. Ап, бей. Катя, развернись, у тебя мышка есть. Давай, она убегает, давай. Попади ты хотя бы, пойди. Да подпрыгни, догони.
под деревом спряталась. Подожди, зажми. Давай, бичиком. Давай, вот. Так, еще. Дыричка. Вот это точно моя девушка. Давай. Так, не инвентарь. Да, подожди, сука. Да все. А что темно стало? Что-то испортило? Ночь, Катя, на дворе. Стой! Похоже. Стой на месте. Ночь. А ночью на улице выходят монстры. Скелеты, зомби. Да, я не боюсь их. Ты знаешь, что это как крипер? Это вот... Вот, это зомби. Крипер, вот он. Я тебя быстренько сразу научу. Все, бросим. Отстать от тебя. А может, ты вообще мой канал вести будет? Да твою мать! Что вы? Нет, иди сюда. Нет, ну вот я... Слишком сложно. Иди вперед. Нужно вперед идти. Там была шахта, тебе нужно сейчас добыть камень. Вот, заворачивай. Не-не-не, вот сюда между деревьями, да. Вот туда прямо, вот... Не-не-не, разворачивайся! Убегай к чертовой бабушке, все, вот туда. Вот этот зеленый чувачок, ну лучше к нему не подходи, потому что ты подойдешь и будет бам. Не надо бам. Убегай! Два раза на W это бежать быстрее. Вот, все, беги. Ой, можешь на ту сторону переплыть? На ту сторону, вот туда, вот. Влево! Это лево? Вот сюда, да. Space, чтобы вот подняться, потому что ты утонешь. А? Надо тонуть. А там что-то? Не надо быть утопленницей. Это кальмар. Осьминог. Сквид. Иди вперед. Налево, в ту сторону, беги. Знаешь. Вправо! Да нет, да за Катя! Катя! Подожди, ну ты же видишь то, что монстры на тебя идут, почему ты не убегаешь? Я не вижу этого. У меня хреновое зрение, не у тебя. Подожди, бери кирку. Второй слот. Это слот называется. Второй. Это инвентарь. Два, есть циферка, два на клавиатуре. А с камня ты можешь скрафтить инструмент, который будет еще сильнее, нежели твои. И также можно скрафтить печь. Любишь готовить? Приготовишь мне свининку, пожалуйста. Пафалфта. Почему я заглядываю вот так вот? Ломай вот этот. Вот этот, да. 10, 11, давай, 12, давай, 13, 14! И давай 15-й, на всякий случай. Почему случайно? Там это есть. В другую сторону разворачивайся, почему ты смотришь на скелета? Не, направо, в воду, текай из города, вот туда. Да, вот туда, прямо, плыви. Не, туда, вправо, вот туда, прямо, у тебя одно сердечко, понимаешь? Прикольно. Вот, сюда, запрыгивай, стой тут, развернись. Матушку, возьми 6-й слот, там где... мясо. И жри сырое мясо. Еще сожри. Что делать, когда до тебя идет зомбарь? Ты можешь встать просто вот тут на угол. Встань на угол земли. И все, стой. Он сейчас к тебе подойдет, ты просто возьми меч в руку и отбивайся. Но смотри, как нужно отбиваться. Не вот так зажимать. У тебя тут есть перезарядка. Ты нажимаешь, ждешь секунду. Твою мать. Решай, что делать. Зажми, вот так, потихонечку отбрасывай его. Давай, только не подпускай его к себе. Давай, еще вот этого. Ты ж моя защитница, охотница. Ты с двумя зомбарями уже справилась, ты понимаешь? Ну, смотри, ты уже научилась, как крафтить инструменты. Ты уже убила даже двух зомбарей. Даже я свою первую ночь не убил двух зомбарей. И, ты знаешь, какое первое правило Майнкрафта? Блин, конечно, нет. Короче, хорошо. Сейчас преподадим тебе урок. Кать, тебе нужно в шахту пойти. Она где-то тут находится? Ну, где шахта находится? Она всегда под землей. Ну, давай копай под себя. Типа, где угодно можно копать? Ну да, просто нужно копать вниз, чтобы найти шахту. Типа, я могу сейчас что-нибудь как... Ну, можешь даже тут копать, давай. Вот просто... А чем копать? А, ну возьми кирку. Хоть у тебя еще лопаты нет, но просто возьми кирку. И просто зажимай левую кнопку и копай. Тебе же в шахту нужно, там много железа. Даже алмазы есть. Алмазы, ну это самая лучшая валюта, самый лучший ресурс, с помощью которого можно себе
скрафтить бронь. Ты добываешь камень, добываешь сейчас мох. Он собирается, да. Возможно, сейчас даже шахта где-то тут будет, кто его знает. Просто, ну, ты ищешь шахту. Это законно? Первое правило Майнкрафта — не копать под себя, Кать! Эти нубики в Майнкрафте, ей-богу. Ребята, это же первое правило Майнкрафта. Нельзя копать под себя, знаешь? Это топ-5 неудавшихся пранков. А знаешь, какое второе правило Майнкрафта? Какое? Нужно лайки ставить! Я еще раз скажу, ребят, вот честно. Ну, я ее еще немного помучу, если мы наберем 30 тысяч лайков. Я обещаю то, что сразу же выйдет следующая серия. Выйдет? Ну я тебе куплю мороженку, ну. Хорошо! Хорошо, тогда выйдет, и ну, не только из-за мороженки, из-за того, чтобы также лайкусики поставить. 30 тысяч лайков, я обещаю то, что выйдет новая серия. Но ты как бы не переживай, тут же можно воскреситься и заново все начать. Правда, у тебя ресурсов не будет. Я все запомнил. Ты все запомнила. В следующей серии сделаем тебе скин, я обещаю. А вы ставьте лайки, ребятки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики мои. Также, возможно, мои с Катеридзой. Если вы, конечно, лайкусики поставите. Спасибо всем за просмотр! Всем удачи и всем. Пока. Нет. Да. Как туда.